5 grand just to see you dance. Всем привет, ребят, привет, ребятки. Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 7269. Обычная база, для которой понадобится 2 железных топора и 4-5 обычных топоров, наверное. Там ящиков не так много, штук 6-7, наверное. Так, да, это начальная база, которая уже вот с этими двумя постройками. Заходить буду, как обычно, с парадного почти входа. Тут welcome нету, но будем считать, что тут есть. Так, вот это раз комната, и вот это вот вторая комната, второй железный топор. Кстати, может быть, тут есть соломенные стены, сейчас глянем. Не уверен. Нет, тут их нету. И тут, получается, это у нас два обычных топора уйдут. Это 4. Это, ну да, где-то 5 топоров на ящике. Ну и плюс еще топорик на эти вот станки. Вот в этих двух станках, по-моему, доски были. Готово. 3 волны позади. Значит, эти 2 вот сломаем. Так, доски есть. У меня, кстати, было 5 железных топоров. Или 5, или 4, или 6. Я не помню, короче. А, ну да, у меня 2 ушло. У меня 6 было, получается, 2 ушло на стенки. И 4. Нет, 3 ушло на ящики. Один остался. Все правильно. Так, сюда. Изолента. Сюда. Индейка. Это у меня украли. Это у меня украли. Вот это у меня украли. Если что, забирать я это, возможно, не буду, если по луту будет нормально. Показываю вам, что у меня было в байке для рейдеров. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это заберу. Так, дальше. Ух ты, сколько тут бревен-то, а! Еще и кожа. Подожди, подожди. Стопэ. Надо, если забирать, надо забирать правильно. Это надо положить байк в пикапе. Ничего нету. Так, байк. Байк, милый байк. Это вот все я сложу сюда. Ну, типа, зачем идти фармить бревна, если можно просто ходить на рейд? Мы же ради этого на рейды ходим, чтобы бревна фармить. Так, руда тоже неплохо. Ну, как неплохо? На самом деле плохо, но что поделать. Еще руда. Ну, умирать я тут явно не собираюсь. Мне, в принципе, так пойдет. О, тут еще и огнестрел есть. Ё-моё, что себе туповая база какая. Так, давайте вот так сделаем. Вот так. Катану я, пожалуй, заберу. Это я брать не буду. Еще один пистолет заберу. Фильтр, который у меня украли. Изолента одна штука. Неинтересно. А здесь крепкий алкоголь. Ну, давайте еще вот для верности верстак сломаю. Ага, ничего интересного. Сваливаем. Громила бьет больно. 55. Ну, вот, собственно, все, что мы отсюда вынесли. В принципе, неплохой рейд. Ресурсы, как-никак, хотя бы какие-то полезные. Но, опять же, блин, выполнять ради этого задания. Благо, у меня это антирейд, так что все в порядке. Но, надеюсь, вам такая база не попадется, когда вы будете задание выполнять. Ну, а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.